Вытащил Шоу-Кросса за пределы штрафной. Хорошая передача дальше на Жервиньо. Бить можно! Прижимает мяч к газону, отправляя его совсем далеко от ворот. Хотя по шажочку, естественно, вперед поползли. Мертизакер. Жиру приплясывает, отвлекая вратаря. Артеда попадает в стенку. Бегович опять не торопится. Это очень красиво. Атаку, обработать мяч, приняв его на грудь, затем пробить. Уже выдвигался на него игрок. И вот этот удар ножницами с полулета, он заслуживает аплодисментов, пусть даже и не попал.